Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на вандеркейс. У меня на бальке 5010 рублей. В прошлом видосе мы подняли плюс 4 куска к балансу. И это уже третья часть нашей рубрики «Ширпа до ножа на вандеркейсе». И в идеале бы сегодня уже попробовать вывести ножик. То есть поднять, ну, где-то 1009-10. И, наверное, вот за такую сумму я готов вывести ножик. Но, возможно, если пойдет слишком хреново, потому что пока что у нас явно идет прям жесткая белая полоса, мы спокойно поднимаем баланс. И если пойдет хреново, то, в принципе, я готов в следующем видосе вывести ножик. Главное не просрать весь баланс. И полетели со старта. Откроем кейс мороженое. 5 штук на 450 рублей. И в идеале прямо в начале видоса хорошо окупиться. Так, два раза падает аук динамика. Ну, вроде это должен быть плюс. Отлично, причем хороший плюс. Почти на 300 рублей, почти x2 того, что я открывал. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На палике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонусы, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву. Также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в закрепленном комментарии, вы можете получить бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонусы, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас попробуем одну, ну, пипегу рисково. Дайте бускоин чисто одну штучку за 1300 рублей. Это, конечно, тоже очень рисково, но если бы он мне, сука, хорошо выдал, ну, кажется, за Виктория, сколько ты стоишь? Ну, 900 рублей не так плохо, давайте еще один. Но мне надо прям хорошо окупиться, сука, ну, он выдает полное говно, космическая гонка. Ну, бускоин, ну, ты же можешь нормально выдавать, ну, пожалуйста. Бля, не, я этот кейс больше не хочу крутить. На балике 300, но, как я и говорил, была жесткая белая полоса, и, походу, сегодня будет уже куда тяжелее. Ладно, давайте попробуем тогда какой-нибудь черный. Я вот эти вот пользовательские кейсы очень давно не открывал. 5 штук на 1750. Хотя, может, сука, вот для кейса, который я мало открываю, так рисковать это не супер адекватно. Но вроде выдает, но маленький минус на 20 рублей. Ладно, еще 5 штук. Давай со второй попытки. Так, вижу МАК-10 на охоте. Ну, по идее, вот это уже будет хороший плюс. Отлично, 3000 рублей. Слушайте, а мне нравится этот кейс. Еще 5 штук. Так, P90 он вроде недорогой. Не, вот это хреново было, 900 рублей. Еще 5. Ну, давай, родной. Так, 2300. Вот еще разочек окупи, я ухожу. Последний раз. 1300, это не окуп. Еще 5 штук. Давай, давай, давай. 1700, сука, еще 5. Ну ты же можешь нормально выдавать. Ну вот 1800, ну давай вот прям хорошо окупи. 2000, и вот еще разочек, и я ухожу. Вот сейчас окупаешь, я правда ухожу. 2000, отлично. Так, на балике 4300, но пока что мы все равно в минусах. Давайте дни напролет попробуем одну штуку за 1400 рублей. Но вот эти вот новые кейсы, новая коллекция, вроде выдает прям хорошо. Дигл ночь, а на какого тут качества? 1200, ну маленький минус, еще один кейс. Давай, так, поверхностная закалка. Но он вроде, вот, вроде как должен быть дорогим, но ни хрена, да, 900 рублей. Еще один. Ай, синий глянец, еще один. А окуп вообще сегодня увижу, ну, сука, ну опять. Но это все маленькие минуса на 300-400 рублей. Но за большое количество открытий это уже вообще неприятно становится. Еще один. Вот, смертоносные кошечки, отлично, 3000 рублей, но по факту мы в нуле с этого кейса. Ладно, если аномальная жара, 2 штуки на 1780 рублей. Так, механопушка и 5-7 дорогущий падает. Вот это я понимаю, совсем другое дело. Отлично. Мы наконец-таки выходим в плюс от первоначального баланса. На балике 5516 рублей. Так, хорошо. Если попробовать Феррари, одну штуку за 1400 рублей. Давай, 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 давай. Ну, бля, ну какой Ice Cold? Ну, сука, ну что ты выдаешь? Ну, какой Ice Cold? Ну, это просто отвратительный скин. Еще один. Еще один. Не, сегодня я проклят. А, ладно, 2200 это нормально было. Еще один. Сколько ты стоишь? 1200. Так, ладно, вот, ну, сегодня будет тяжело, я уже это чувствую. Но это нормально, мы со 100 рублей сделали балик 5000 рублей. Понятно, что я вечно так легко подниматься не могу. Иногда придется попотеть. YouTube 3 штуки на 1700. Так, 1100, говно, еще 3. Ну, давай вот какую-нибудь новую оранжевое пламя, которое дорого стоит. Ну, что-то прям солидное, выдай. Еще 3. Дигл хороший. Так, 2200, еще 3. Так, 1036, еще 3. Давай, родной, ну надо, чтобы ты мне выдавал. На балике почти ни хрена не осталось. Сука, 2000 рублей на балике осталось. Поездка на море, 5 штук на... Ну, all-in, считай, на 2000 рублей.
Ой, сука, и вроде говно падает, если я не ошибаюсь. Да, 830. На балике 900 рублей, честно, что-то я прям паник максимально. Ну, может, мы сейчас, конечно, камбэкнем, кто знает. Давайте попробуем черный за 350. Ну, две штуки, но этот кейс вроде как выдавал мне. Так, ну 1100, неплохо. Ну, я не знаю, вот я его открывал тогда, он меня окупил, потом слил. Окупил, потом слил. И вот стоит его сейчас еще раз открывать или нахрен надо? Ладно, еще три. Ну, кстати, 1400 опять я купил. Ладно, еще 3. Давай, вот последний раз я ухожу. 1400, отлично. Ладно, 2000 рублей мы камбэкнули. Черный кейс, в принципе, проходит мою проверку. Я могу сказать, что этот кейс теперь буду открывать куда чаще. Но пока что мы не в таком бешеном плюсе, которым бы мне хотелось быть. Так, ладно, если попробовать какой-нибудь... Не знаю, вот какой кейс можно окупить, и чтобы вот он меня... Ну, нет таких кейсов, которые 100% меня окупят, но хотелось бы найти такой кейс. Например, аномальная жара, две штуки на 1800 рисково, но нет, не везет. Еще один, улыном. Но юс предатель, 605 рублей. Блять, ну, сука, мы опять к 780 рублей откатились. Давай, поездка на море. 755, ну, кстати, окупил еще один. Принцесса пустоши, ну, маленький минус еще. О, один, ну почему не дигл пламя-то, объясни мне. Фосфор, 486, еще один. Да, блин, хватит меня байтить так. Он так меня байтит жестко. Так, вот это хорошо, кстати, ладно, еще два. Так, 900. Ладно, не дает мне до конца слить весь баланс. Это мне нравится, 1200, отлично, еще три. Так, нормально, 1500, еще три. Так, отлично, так 4000 рублей на балансе, поездка на море тоже мне в итоге все-таки выдал. Дни напролет, две штуки на 2800. И ты мне хорошо выдаешь, отлично. На балике 8000 рублей. И если я не ошибаюсь, за 8000 рублей уже начинаются какие-то ножи. Но да, вот эти вот наваки, конечно, хотелось бы уже что-то новое вывести и покруче. Конечно, до 20000 идти бесполезно, мне кажется, меня сольет сайт. Но вот хотя бы до фальшу. Или вот до таких тычковых, но уже с нормальным скином за 10000 рублей. Давайте, на самом деле, я сегодня боюсь уже катать дальше. Ну, вы сами видите, что происходит. То я жестко сливаюсь, то жестко поднимаюсь. Вот в такие моменты самое главное вовремя остановиться. Давайте перенесем вывод ножа на следующий ролик. И там уже закончим нашу рубрику «Шерпа до ножа». Потому что сегодня мне уже страшно катать. Как бы я могу что-то вывести за 8000 рублей, но мне в любом случае придется сделать апгрейд. Я не могу поменять свой балик на скин. А если мне делать апгрейд, мне кажется, шанс будет... Ну, какой максимальный здесь можно поставить? Вот так вот, 8000, давайте посмотрим. Так, если я добавлю балансом, сколько получается? 7600. Не, ну шанс будет хороший, 70%, но я предлагаю все-таки завтра и какой-нибудь скин пожестче, да, потому что меня эти навахи задолбали. Даже бой нож можно вывести, или вот такой. Короче, да, в следующем видосе лучше выведем уже какой-нибудь скинчик пожестче. А сейчас просто остановимся, сука, еще 8000 просрал. Ладно, давайте попробуем 8000 камбэкнуть. Вот так, два кейсика, и ты меня сразу хорошо купаешь. 300 рублей. Да, отлично! Меня как будто сайт услышал, отлично. Все, парни, на этой ноте заканчиваем видос. И также напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в закрепленном комментарии, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву. Что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю.